Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Дивный Творческий Мир, и сегодня буду делать простые елочки оригами для декора и новогодних композиций. Итак, берем цветную бумагу, складываю углом по узкой стороне, лишнее обрезаю, у меня получается квадрат, который сложен уже по диагонали. Еще раз напополам складываем этот угол и еще раз, пока остается совсем маленький уголочек вот с таким выступом. После того, как все это сделали, берем ножницы, лишнее обрезаем и остается вот такая круглая деталь. А теперь нужно сделать надрезы. С интервалом можно делать в зависимости от того, какого размера ваша будущая елочка, примерно сантиметр достаточно. Сделали надрезы, разворачиваю все это. И теперь нужно сделать так, чтобы каждая часть, вот каждый угол с надрезами оказался вверху, а рядом лежащий сгиб ушел вниз. То есть все части с надрезами мы поднимаем вверх и таким образом складываем будущую елочку. Способ, как делать такие елочки из бумаги, известен очень давно. Это все оригами всем известно, так что в интернете можно найти все эти схемы и способы, много еще чего другого интересного. В оригами множество всего красивого, что можно сделать из бумаги. Я лишь напоминаю вам, как просто сделать елочки для новогоднего декора. А теперь, когда мы все сложили, мы загибаем вот эти надрезы. На каждой части елочки с надрезами мы должны сложить эти надрезы углом, чтобы получились вот такие острые уголочки, как иголки и ветки на елочке. И так поступаем с каждой сложенной частью с надрезами. Аккуратненько складываем уголочком, и получаются такие острые края, что и делает нашу елочку елочкой, собственно говоря. Вот и все, все просто. На этом этапе уже можно оставить вот так, как во всех схемах оригами, но я хочу закрепить. Я возьму толстую шпажку, отрежу нужную длину по длине, по высоте своей елочки и вклею ее в серединку. Если вы хотите повесить такие елочки на елку, то нужно всего лишь навсего продырявить ее шилом с внутренней стороны и продеть петельку, подклеить. Вот и все. Я же буду использовать эти елочки для новогодних композиций, поэтому петельку делать не буду. А если вы закрепите шпажкой, как я, все проклеите, то елочка становится очень прочная, и при желании ее можно даже сохранить на будущий год. А я сделаю еще одну красную елочку, только поменьше. Отрезала часть от листа цветной бумаги, чтобы сократить размеры, чтобы вы видели, что получаются разные елочки. Можно сделать как большую, так и совсем маленькую. Вот вы видите, буквально за пару минут у меня уже готовы две елочки. А теперь, как я уже говорила, беру деревянную палочку, шпажку, все, что у вас есть, отрезаю по высоте елочки и с помощью термоклея все это закрепляю. Подклеиваю, чтобы все это хорошо держалось. И елочка сразу становится крепкая, прочная, она уже не помнется в любом случае. Ее можно повесить и на елочку, и украсить любую новогоднюю композицию. Очень часто бывает, что делаешь композицию, а елочки не хватает. И вот так можно буквально за пару минут сделать пушистую красивую елочку, которая всегда выручит. Ну, можно оставить так, как есть, а можно еще и украсить такие елочки. У меня вот есть разные бусы. Две бусинки я приклеиваю на верхушки елочек. Если бы петельку делали, то бусинку я бы уже не приклеивала, она бы мешала. Но так как мне петелька не нужна, я украшаю верхушки елочек более крупными бусинками. А далее беру мелкие-мелкие бусы и оборачиваю елочку по кругу, украшаю бусами. Подклеиваю также на термоклей. На красную белые бусы, а на зеленой елочке будут красные бусы.
Вот такие быстрые и простые елочки из бумаги у меня сегодня получились. Надеюсь, вам пригодится мой мастер-класс, и это поможет вам в новогодних композициях создать красоту. Вот у меня есть старая композиция, я показываю вам, как смотрятся эти елочки. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго, мира, добра, здоровья и благополучия. И, как всегда, творческих успехов и побольше рукоделия в вашей жизни. Пока-пока!